Привычный спортивный зал и занятия с любимым тренером. Построение, разминка, упражнения. Несмотря на обыденность, в воздухе витает праздничное настроение и улавливаются легкие нотки новогоднего волшебства. Группа 21 человек у нас выпускники. Поэтому всегда в старый Новый год или после Рождества мы начинаем проводить награждение. Воспитанники 39-го детского сада в спорткомплексе «Юность» не новички. Именно здесь они научились играть в теннис и футбол. А главное, дети узнали, что значит команда и командный дух, когда один за всех, а все за одного. От компании «Сой Кузбасс» дошколята получили сладкие подарки и новую спортивную форму для активных занятий. В этом году принято решение в честь новогодних и рождественских праздников отметить еще и самых лучших самбистов, дзюдоистов, теннисистов и воспитанников отделения по армрестлингу. Вместе с другими счастливчиками начинающий теннисист Иван Щербинин. Вообще разные виды спорта легко даются. Вот пришел, понравилось, через месяц прям вообще втянулся, уже не мог жить без него. Каждый день ходил тренироваться. Хочу благодарность сказать тренеру Иванов Касим Владимирович, вот то, что позвал меня сюда, научил играть. То есть вообще ничего я не умел, ракетку держать не умел. И мороз не помешал сегодня, все собрались на награждение. Ну, большое спасибо родителям, которые сегодня здесь были. Приятно смотреть. За помощь и поддержку в организации праздничного награждения коллектив спорткомплекса «Юность» выразил благодарность компании «Сой Кузбасс» председателю профсоюза «Шахты Комсомолец» Анатолию Вороткову и инструктору Любови Коржовой. В общей сложности подарки получили более 30 юных ленинск-кузнечан. Елена Беляева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.